парадоксально, нелегкое время. Совсем нелегкое. Нужна ли русская комедия? Отвечу, да. Да, нужна. Именно русская. Мы говорим о традициях, мы говорим о языке, великом языке. И вот я сейчас смотрю программу. Кто у нас ходит? Толстой. Островский. Гоголь. Великий, могучий русский язык. Великие пьесы, которые увидят ростовский зритель в исполнении 15 театров.